Всем привет, с вами Марс, мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Undead, нежить. Я по-прежнему нахожусь хер знает где. Это странное место. Это очень странное место. Блять, а чё ж так мало? Очень мало держится этот цвет свечи. Пора уже оставлять, блин, отметки на этих коридорах, потому что я уже явно заблудился. О нет, смотрите, что-то я делаю все-таки правильно. Хорошо. Что-то я таки делаю правильно. Не уверен, конечно. Потому что это все-таки блядский лабиринт. Ну, нашим проще, чё. Не-н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 е. Долбаные коридоры. Да, по идее, вот этот открылся. Ну, да. Ладно. Допустим. О, я куда-то пришел. Назад, судя по всему, нет. Это хорошо. Я пришел, как ни странно, к цели. Не так уж тут много оставалось, в принципе, к завершению этого шепота завесы. В принципе, давайте узнаем все тайны. Я что-то узнал. Я явно что-то узнал. Так. Заметки о ритуале добавлены. Создать филии, короче, эликсиры, потом ритуал. Окей. Я что-то узнал. Явно я что-то узнал. Так, какие-то заметки там. А вот они, заметки о ритуале. Ритуал будет из трех букв там. Фильм это предмет. Понятно. Так, это, короче, приготовление. Все, хорошо, великолепно. Ту, то, там рель. Го, там рель. Надо писать. Окей. Так, судя по всему, мы вышли на финишную прямую этого мода. Там останется только подготовиться к ритуалу и исполнить сам ритуал. Сколько я знаю, это дело тоже непростое, но непростое оно только потому, что оно кривое. Ну блин. Чё, круто? Это чё, я в Тамриэль попал таким образом? Я такой счастливый, пиздец. А как я отсюда буду выбираться? Вот просто, вот объясните мне, как отсюда можно выбраться, да? Тут быстрое перемещение работает хоть? Я не знаю. Так, сохранимся и... Я не знаю, давайте гульнем куда-то. Но тут у нас больше нету ничего. Поэтому...
я не знаю. Быстрое перемещение из этой локации, сука, невозможно. Великолепно. Я счастлив. Как отсюда выбираться, я не знаю по-прежнему. Пользоваться читами пока не буду. Точнее, это даже не читы, это консолька. Консолька тащит. Так. Блин, ну вы же сказали в Тамриэль. Ну, блядь, не в это ж. Ну, ладно. Уходим отсюда, чё? Может, что-то открылось после... После. Хотя, там вряд ли. Тут вот что-то есть. Там снег лежит, поэтому я думаю, туда можно выбраться. Давайте туда сходим, сомневаюсь. Хотя, почему нет? Может, это и есть выход. Ледяной тролль. Даже и не думай. И чё это, блядь, было? Анимация, анимация. Нет! Мы теряем ее. Разряд. Блядь, сука. Прекрати, ну ёб твою мать. Ох, может хоть это поможет. Да хер там это поможет. Прекрати, ну. Все, анимация умерла. Ну чё, надо грузиться. Смерть во время анимации. Угу. Какой кайф. Так, вот это вот оно, да, похоже. Давайте загрузимся. Да, блин, великолепно. Скайримчик, ты меня радуешь. Почему поломалась анимация, одному богу известно. Так, откуда это я... А, все, понял. Откуда это я вышел? Так. Прежнему идем сюда. Там сейчас будет этот... Багованный ледяной тролль. Хотя, может, это не из-за тролля сломалась анимация. Ну вот. Вроде... Нормально. Так. Я слышу русло реки. Но тут все ж подо льдом. Какого хера? О, это выход. Смотрите, это выход. Yes! Yes! Тут, оказывается, был нормальный выход. Хотя, блин, я не знаю. Может, просто когда я проходил этого, не было. Я помню, я тут очень много петлял. Именно по этой локации тут этих троллей было больше. Вообще. Мод действительно доработали, и это меня радует. Так, теперь с этого момента мы можем телепортироваться, верно? Ну как, портаться? Использовать быстрое перемещение. Да, давайте-ка в Solitude. Почему-то я хотел сказать, что нужно починиться. Это странно. У меня уже каша в голове из игр, которые я не так давно проходил. Это наверняка из Сталкера, из Diablo, из еще не помню. Из Blade and Soul тоже. Там. Куча всякого говна. Так, ладно. Чё, какие у нас квесты-то? Оборудовать зал, создать эликсир, создать эту хуйню. А как это сделать? Я сейчас немного занята. Мне многое нужно подготовить. Ну ладно. Занята. Так, давайте-ка зайдем в таверну. Я слышал, что кто-то должен прийти. Нет, это аромат Анжелы. В смеющуюся крысу.
Там арендуем комнатку и, в принципе, проведем пару суток. А если никто не придет, то это будет довольно печально. Здорово, бармен. Добро пожаловать. Хочу Хорошо. Снять комнату. Она твоя на день. Наконец-то хоть я выспусь. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Да. Покажи. У тебя топор охерен. У меня есть свой. Тоже новенький. Хороший. Закаленный, между прочим. Такой обычный путник. Чё? Весь одетый в дейдерические артефакты. Там. Вся броня зачарована. Сюда, путник. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Конечно, спасибо. Элики валяются. Так, я там никакую заразу не подцепил. Так, да и дверь не учили закрывать. Так, у меня есть такое заклинание. Вот, исцеление болезни. Мое заклинание, я взял этот эффект с Талоса, по-моему, с алтаря Талоса, и сделал его заклинание. Это все очень просто делается, на самом деле. Так, давайте-ка выспимся. Где-то часов 20 поспим, что-то. Я думаю, этого нам достаточно, чтобы квест активировать. Потому что, насколько я знаю, после прохождения полностью этого данжика должен прийти посыльный. Так, и давайте-ка еще часов 9. Ну так. Не знаю, у нас срок истечет, конечно, того, что мы можем отдыхать в этой комнате. Но я вижу, никаких проблем по этому поводу нет. Так, звериная кровь не дает вам как следует выспаться, да бог. Можешь обращаться. Спасибо. Возможно, я и кажусь лихим рубакой. Спасибо, шеф. Всегда найдется чем заняться. Нет, и ты. Добро пожаловать в на продажу. Пища, венцо и грудиночку. Рулеплейчик, все дела. О, блин, то я с собой нормально венца таскаю. Грудиночки тогда сожрем. Ну и запьем еще венцом по парочку. Захочешь отдохнуть? Ну и мне тоже. Почему бы и нет? Все, двигаем дальше. Надеюсь, посыльный придет. Если же нет, я начну немножко нервничать. И даже не немножко. Не так уж плохо быть старым. Хорошо, читаем квесты. Это не то. Оборудовать ритуальный зал. Ну давайте-ка еще глянем на книжку, может там что-то есть, какие-то записи. По этому поводу. Заметки о ритуале. Вот он. Круг. Так, для начала ритуала. Там необходимо точно. Понятно. Потом. Так, это предмет, похоже, на есть исследование. Так, меча. Время, действие, сохранение. Камень душ. Понятно. Черная книга. Высвободитель. Так, черная жемчужина, какой-то сосуд и напиток магии, эликсир, состав смертельный яд, который я уже сделал, ядовитый цветок, флакон смертельного яда, это не все еще,
фокусе на мире бальзам или эссенция. Тут просто не написано, где это все раздобыть. Я тебя повсюду ищу. О, гонец. Тебе просили кое-что передать лично в руки. Посмотрим. Да, вот тут записка. От кого? Не знаю. Жуткий тип такой. Черная одежда. Лица не разглядеть. А неплохо заплатил, чтобы тебе это доставили прямо в руки. Принято. Ну, вроде все. Ладно, мне спасибо. Пора. Спасибо. А, прочесть записку посреднице. Окей. Книжка. Записка посреднице. Прочесть. Марс. Так. Твои... У меня есть отличие остальных торговцев Скайрима. Есть возможность обеспечить тебя необходимыми ресурсами. Если мое предложение тебя заинтересовало, навести меня в моей хижине. Она расположена к западу от озера Илиалта в лесу владения Фолкрид. Не забудь взять деньги. Денег у меня, чтоб ты знала, хватит. 75 тысяч, все нормально. Так. Где-то Фолкрид. Так. Где это дело? Где эта посредница? Морфол. Фолкрид снизу где-то. Вот это? Хижина. Да, ебать. Откуда? Давайте от сумеречной гробницы пойдем. Это что? А, древний свиток. Да. Сколько возни у нас было из-за каких-то магических пергаментов. Ёпта. Так. О, ты не гриф. Ёпт. Давно я тебя не видел уже. Моя верная лошадь. Так, ну чё, погнали. Где тут эта хижина её? Блядские маги. Делаешь, что мразь? Я по тебе не попадаю, прекрати. О. Так. Почему ты не грифчик стал так медленно ходить? Ладно. Спешились. Ты не гриф, если хочешь, можешь отомстить. Честно, я вот тебе разрешаю. А что это там такое? Пойдем посмотрим. Сожженное тело. Оно еще все горит. Кто это мог сделать? Может, маги? Ладно. Это у меня сопротивление магии, успокойся. Так, ладно, давайте-ка зайдем к этой посреднице. Че, она нам расскажет? Так, найдите посредницу. Вот она, чё, нашёл. Понятно, не перевели. Yes, ты посредница? My dear. It was I who sent you that letter. And now here you are, seeking rare things. Powerful things. Things, I think, хорошая озвучка. Others will not provide. Какие вещи? Of course there are, my dear. That is why you are here.
eyes are not the only way through which one can see. There are many things that you need, and I can provide them. For a price, of course. На продажу. Сам бизнес. Так, хорошо. Ой, ты продаешь мебель в эту башню. Тогда я согласен. Библиотека, жилое помещение, зал, лаборатория. Все. Окей. Клюв ястреба. Коллектор из Литьюда. Чего? Окей, возьмем. Я не знаю, где это, что это. Возьмем. Луна некромантии, лютый гриб. Послен, перья ворожей. Я помню, что мне нужен этот, блин, как им, черная жемчужина, сердце Даэдра, хотя у меня их много, я недавно с фарма. Так, какой-то смертельный яд. Вот. Смертельный яд, пожалуй, возьму три штуки, возьму. Пускай будет человеческое сердце, ну пригодится просто так. А потом кольчик. А чё, чёрной жемчужины у тебя нет? Ну ты даёшь. Ну ты, мать, даёшь. Come again soon. Обсудить ритуал... Ага. Оборудовать ритуальный зал. Это хорошо, это мы сделали. А вот, некроманский алтарь, да. Я читал про эту херню. Короче, пользоваться этой штукой вы можете только если у вас навык зачарования равен 100. То есть все не просто так. Книги. Дети, блин, заметки. Заметки о ритуале. Ну, ладно, давайте сначала посмотрим, что предлагается нам на этом алтаре. Разное. Так, зеленая краска. Вот это сосуд очищенной соли пустоты. Где, блядь, взять? Хер его знает, но... Так, хорошо. Костяная мука мелкого помела. Окей. Да, создать. Черный камень душ. Размолотая черная жемчужина и 5 солей пустоты. Так, размолотая черная жемчужина. Но у меня нет черной жемчужины. Мать его, так. Размолотая черная жемчужина, концентрированный напиток, корундовый сосуд. Так, черная краска я знаю где. Так, тут экстракт послена. Я не знаю, нахер он мне нужен. Эликсир, ядовитый цветок какой-то там. И экстракт послена. А, вот сюда он нужен, экстракт послена, да? Нужно 8, есть 3. Черная жемчужина нужна. Эликсир, добивающий магии. Лунный сахар. Ё-моё, много всякого говна нужно. А вот где эта очищенная соль? Есть вот такое? Очищенная соль и пустоты. Вот, да-да-да-да. Так, 5 солей пустоты. Блин, размолотая черная жемчужина. Ну, блин. До хера всякого говна нужно, которого у меня, к сожалению, нет пока. Давайте по полкам посмотрим. Яды тут всякие. Я думаю, ты будешь не против. Хотя, конечно же, ты будешь против. Не поеба. Чисто психологически. Так. Открывайся. Это магия, старуха, не обращай внимания. Так, что это вообще такое? Ядовитый цветок. Вот, видишь, а ты мне врала. Ядовитый цветок у нас теперь есть. Чё это? Глаз саблезубый. Будь выражение. Первой помощи не надо, человеческое сердце уже есть.
Так. А черная жемчужина что, у тебя нет? Так, давайте-ка свет включим. Изменения. Свет свечи. Вот, послё. Хорошо. Послён, спиздили. А теперь ещё человеческое сердечко. Пока не нужно. У меня там есть запасные даже. Так. Предложи мне чёрную жемчужину, пожалуйста. Прах вампира. О, соли пустоты. Соли пустоты. Все. У тебя больше ничего такого я не наблюдаю. Еще давайте на той полке посмотрим. Может тут что есть, но я не уверен. Так, чеснок, жир тролля, ядовитый колокольчик, нет, больше ничего нет по нашему делу. Так, смотрим, чего нам не хватает. Так, зеленая краска, насколько я знаю, вот эти вот зеленый саван, короче, вот эта херня. Это цвет нашего лича после превращения. Так, очищенные соли пустоты. Тут у нас уже все есть, да? Для вот этой херни нужно эликсир какой-то там магии. Были магии и лунный сахар. Лунный сахар я не помню, где брать. Так, очищенные соли пустоты. Так. Соли пустоты у меня одна штука есть, надо еще 4. И черная жемчужина. Где же мне черную жемчужину-то? Хер пойми. Концентрированный напиток магии, колдовской сосуд и размолотая черная. Так, подожди. То мне нужно 2 черных жемчужины получается. Смотрите-ка. Очищенные соли пустоты, мне нужна размолотая черная жемчужина. Ага. А для чего ж? Что-то я туплю. Концентрированный напиток магии. Колдовской сосуд. Так. Так, колдовской сосуд. А, вот сюда очищенные соли пустоты нужны. Короче, мне нужно 2 черных жемчужины. With hero. Экстракт. Блин. Короче, много чего надо. Соли пустоты, послен, черная жемчужина. Как чё, блядь, чего там? А, сюда экстракт послёна еще нужен, понятно. Эликсир. Короче, лунный сахар, соли пустоты. Блин, до хера всего надо. Печалька. И черная жемчужина, дубль причем. Так, ну чё, сохраняемся в таком случае. И давайте-ка еще раз побеседуем. Блин, с посредницей. Так. Черный камень душ у меня имеется. Книги. Неинтересно. Клюв ястреба, корень нирна, лютый гриб, послен. Все сюда. Переворожей, светящиеся пыль, соли пустоты сюда. Человеческое мясо, колокольчик, яйцо коруса. Не подходит.
ничего. Маги. О! Что-то там сильное. Блин, это не подходит. О, взял, купил. Ну ладно. Смертельная трава. Это у меня уже есть. Блин. Ладно, чё. Могу я тут у тебя поспать? Подождать, пока у тебя ассортимент обновится. Так, сколько у тебя там денег? Ёпта, у тебя много денег. Ну ладно. Давайте я приостановлю запись и сейчас буду спать до тех пор, пока у нее не обновится ассортимент. Потому что где искать черную жемчужину, я хер его знаю. Ей, ребятки, я дождался, пока у нее откатится... А что с ней не так? Ну ладно, короче, есть у нас одна черная жемчужина. У нас есть немножко послена там. Какие-то, блядь, еще... Какие-то я еще приколюхи покупал. Ну сейчас посмотрим, чего нам не хватает. Я, короче, ждал 2 суток. Ну, то есть, именно у нее на кровати спал. И давайте смотреть. Так. Экстракт послена. Да, заебись. Делаем. Ядовитый цветок. Экстракт послена. Черная жемчужина здесь не нужна, верно? Да. Хорошо, одно у нас уже есть. Теперь создать эликсир разлучения. Есть такое? Теперь черная жемчужина. Размолотая черная жемчужина. Очищенная соль пустоты. Теперь нам нужно еще 2 кусочка солей пустоты. Концентрированный напиток магии. Блять, сука. Эликсир добавочной магии. Блин, где его нахер брать? Вот этого я не понимаю. Эликсир добавочной магии. Но он не крафтится. Значит, он, по идее, должен быть у нее. По идее. И нужно еще соль пустоты. Магических сил, магии. Блин, нет сна. Давайте смотреть. Special wares. This and that. Why don't you take a look? Нет у тебя такого. Нету. 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 А, подожди, еще давайте ингредиенты посмотрим, потому что нам еще нужны соли пустоты. Где-то ингредиенты. Ага, соли пустоты я у нее уже все скупил. Хорошо. Что, как мы это делаем? Подходим к кровати и начали. Стоп. Нет, тут я уже забрал. Черт. Хорошо. И начинаем спать. Спать, пока не откатится у нее ассортимент. Включусь, когда найду подходящее. Так, ну блин, включение с полей. Я немножечко раздобыл еще соли пустоты. И я раздобыл лунный сахар. Теперь создаем очищенные соли пустоты. И, блядь, колдовской сосуд. Есть. Теперь нам для блядского концентрированного напитка магии не хватает 1 эликсира. Где его брать, я хер его знаю. Поэтому сейчас полезу то ли в Википедию, то ли в Google. Сейчас, короче, узнаем. Потом... Для чего это еще? Блять, еще одна проблема получается. Нужна еще одна размолотая черная жемчужина. Жемчужину придется искать в магазине. Это уже не так сложно.
и надо будет сходить за краской. Хорошо? Включусь, когда узнаю. Короче, вот мы продолжаем. Ох, я напарился с этим эликсиром. Ну, короче, это, проще говоря, обычный эликсир, который добавляет магию, который есть в Скайриме, но это топовый эликсир, то есть это как идеальное зелье лечения. Сейчас я вам скрафчу сначала эту херню, а потом покажу сам эликсир. Так, и теперь нам остается, собственно, только размолотая черная жемчужина. Так, вот смотрите. Зелье. Эликсир. Где? Это где-то внизу. Вот. Эликсиры всякие разные. И где-то здесь должен быть эликсир добавочной магии. Вот он. Как видите, это просто самый обычный топовый эликсир, который увеличивает магию на 100 единиц в течение 60 секунд. Он продается у всех алхимиков, начиная с какого-то. С какого-то. Если ваш персонаж... Не помню, 40 уровня, по-моему. Ничего. Но рецепты я вам говорить не буду, так что если у вас нету либо уровня, либо еще чего-то, ищите айтишник в Скайримпеде. Вот как-то так. Но теперь нам нужно, блин, ждать жемчужину еще одну. Потому что, ну, это ад на самом деле. Так, ну продаешь ты еще одну жемчужину. Так. Черный камень душ. Так, давайте весь ассортимент ее смотреть. Черный камень душ, человеческое мясо, человеческое сердце. Нет. К сожалению, нет. Поэтому ложимся спать еще на несколько суток. Как правило, это двое суток, и я думаю, должно хватить. Надеюсь, у нее откатится опять же ассортимент, и снова можно будет у нее купить черную жемчужину. Вот так мы, в принципе, раздобудем все материалы. Я сейчас еще на запись схожу, покажу вам, где краска. И на этом уже можно будет заканчивать тогда серию. Ей, вот она снова. Спустя двое суток можно снова купить черную жемчужину. Хотя она не полностью черная, но до похи. И перед тем, как я буду крафтить уже final, последние, так сказать, ингредиенты, мы сейчас сходим за краской. Так, сохраняшечка, и мы переносимся в Солитью. В Солитьюде у нас есть краска. Сейчас я вам даже покажу, где. Блин, эти чертовы эликсиры, я думал, что его как-то крафтить нужно или ждать где-то, но оказывается, вот он. В принципе, у любого алхимика можно купить его. Так что, не так уж много проблем с этим модом было, и просто, может быть, это уже докрученная версия. Может, это мне так повезло, может, кому-то меньше. Заходим в сияющую одежду. Магазин сразу же у главных ворот Солитьюда. Блин, да тут загрузки больше, чем... Так, и... Здрасте.
Черная краска, зеленая краска. Ой, на-на-на-на-на-на. Не знаю, чё. Я думал, у вас тут крысы, у вас тут все нормально. Ну ладно, чё. Удачи. Удачи, леди. Так, мы раздобыли краску, теперь отправляемся назад. Ну и вот мы, собственно, в хижине посредницы. Используем некроманский алтарь. И перво-наперво перекрашиваем. Ну, я буду перекрашивать в черный. Потому что все-таки пускай внушает страх. И перекручиваем черную жемчужину. Все, филактерия. Последнее, что нам понадобится в ритуале. Теперь же отправляемся в башню. Хотя, сколько я уже поназаписывал-то там? Блин, уже 40 минут. Так, пройти в ритуальный зал. Ну, давайте туда уже переместимся. И в следующей серии тогда будем уже ритуалить, так сказать. Как вы помните, мы обставили это место, и теперь оно может использоваться как дом для нашего персонажа. Пусть довольно-таки удобно. Блин, да чё ж с загрузками-то? Это неприятно. Ты не гриб, давай. Да блин. Чёртовы тролли. Да блин. Чё я теряюсь-то? Отвали. Где мой ты не гриб? Куда ты побежал, ты не гриб, стой. Да не надо, да не стоят они того. Ты не гриб. Ну чего ты такой... такой шальной, а? Я говорю, не стоят они того. Куда это у нас второй маркер указывает? Судя по всему, да, нас летит. Ну понятно, там у нас, короче, второе убежище, но мы будем использовать, наверное, башню. Хотя башня это некроманское дело, ну ладно. В принципе, покажу на башне, потому что это лишние траты денег. Я думаю, не все игроки смогут это сделать. А уже ритуал посмотрим в следующей серии. С вами был Марс. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.